Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы вам предлагаем провести обряд на открытие дорог. Благодаря этому обряду вы сможете провести 2022 год в изобилии, в счастье, в достатке, в любви. Обязательно просмотрите, друзья, это видео от начала до конца, потому что будет очень важно, нужно и интересно. Информация для каждого нашего подписчика, а также человека, который просто зашел на наш канал посмотреть, что же здесь происходит. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, эти практики нужно будет провести 25 или 26 декабря. Они достаточно сильные, вам нужно выбрать только та практика, которая вам больше подходит, ввиду определенных ситуаций и ввиду определенных ингредиентов. И вы таким образом, проведя эту практику, вы можете открыть все свои дороги на весь следующий год. И обращаем ваше внимание, что такой обряд откроет в новом году вам дороги для удачи, здоровья, денег, любви, красоты, достатка, везения, а также смогут осуществиться все ваши мечты и счастья. Магический обряд, избавление от преград и открытие дорог, что вообще мы под этим подразумеваем? Что значит открыть дороги? Это означает, что вы можете перейти на новый уровень, вы можете изменить качество своей жизни, вы можете добиться необходимого скачка в нужной сфере. Это могут быть и деньги, это может быть карьера, это могут быть отношения и замужество. Если вы чувствуете, что пришло время очиститься и открыть для себя новую дверь, тогда эти практики для вас. И при поддержке и помощи высших сил вы сможете разблокировать собственные энергетические потоки и открыть себе дорогу к счастью и благополучию. Также вы во время проведения практики вы можете избавиться от препятствий на жизненном пути и открыть дорогу к заветным целям и мечтам. Проведя эти практики на открытие дорог, в вашей жизни начнут происходить следующие определенные события. Начнут происходить неожиданные удачные стечения обстоятельств. Это могут быть как мелкие дела, так и крупные значимые дела. Начнут улучшаться отношения с окружающими вас людьми. Неожиданно можно разговориться с малознакомым коллегой и получить от него помощь, хотя при этом до этого момента вы думали, что это невозможно. Также может быть и хороший исход дела. Это очень важно в нашей жизни, вне зависимости от того, чем мы занимаемся, домашними хлопотами или управляем целым предприятием. Мы с вами начнем получать вдохновение, а это будет неожиданный прорыв в творчестве или нахождение ответа на давно мучивший вопрос. Конечно же, благодаря открытию дорог мы с вами затронем тему денег, поэтому у вас начнут появляться деньги, как большие, так и маленькие. И в этот момент вы поймете, что перед вами открывается дорога. Деньги могут приходить самыми разными путями, начиная от возвращения забытого долга, нахождения денег, премия, выигрыш в лотерею и так далее. Помните о том, что у Вселенной очень много вариантов для получения денег в вашу жизнь. Далее, любовь, и в результате проведения этой практики вы сможете найти вот ту самого любимого человека, который вас будет понимать, который вас будет поддерживать. А если у вас уже есть отношения, то чувства начнут проявляться все с более новой силой. И смотрите, здесь мы в этом видео предлагаем две практики, два ритуала. Если вам понравился и один, и второй, и вы хотите их провести, то в таком случае проведите один 25 декабря, а второй 26. Или
если у вас не будет времени, но вы хотите открыть дороги, и вы знаете, что у вас вот такая вот плачевная достаточно ситуация, и вы знаете, что вам и одна практика подойдет, и вторая, в таком случае проводите, можете в один день, но хотя бы должно быть разница в пару часов, пожалуйста. И для того, чтобы провести первую практику, вам понадобится, конечно же, вера в себя и быть обязательно в хорошем расположении духа. Вам понадобится обычная бумага, только, пожалуйста, без всяких каких-то наклеек, картинок, рисунков и так далее. Далее ручка и одна свеча. И вы должны понимать, что в ритуале, который мы далее поговорим, работа будет вестись не только на магическом плане, но и на ментальном. Поэтому вам предстоит выписать все, что до этого момента, до начала проведения этой практики, вам мешало в жизни. Только, пожалуйста, будьте честны и на момент проведения практики отключите все свои телефоны. Итак, зажигайте свечу и пишите. Вспомните вот все те ситуации, которые благодаря которым вы не смогли получить желаемое. Ну, например, еще когда-то, вот знаете, вот то, что вам вот врывается в вашу память, вот вы вспоминаете, то и записываете. Например, вы не смогли там, например, в каком-то году поехать в отпуск, потому что вам не согласовали это на работе. Или, например, вы не смогли купить машину, так как у вас не было недостаточно денег, или вам не дали, например, кредит на покупку того или иного. Это может быть хоть 10 пунктов, хоть 25. Вы можете на написание этого потратить несколько часов, и это будет нормально. Если у вас есть, знаете, вот какая-то обида на человека, из-за которого у вас то или иное не получилось, прописывайте. Только не пишите так «Ирина» или что-либо. Пишите фамилия, имя, отчество, дата рождения и прописывайте те ситуации. Вот желательно по пункту, не, знаете, не делайте вот лишь бы сделать, потому что когда человек делает лишь бы, это ему не нужно, он думает, что вот сейчас он лишь бы что-то сделает для галочки, и все изменится. Нет, вы сами для себя делаете, вы сами копаетесь в себе. Когда все будет написано, нужно сложить лист бумаги таким образом, чтобы края можно было запечатать воском. Придумайте сами, как это сделать, и ваша фантазия вам в этом поможет. После этого вам нужно пойти в лес, в парк, в общем, в любое место, где есть деревья. И под деревом то, что вы написали, нужно закопать, прочитав следующие слова. «Как дерево без воды погибает, листья сбрасывает, так и мои беды от меня оторванные, без подпитки высыхают. Нет больше горю и печали места в моей жизни. Слова запечатаны, в землю зарыты, никому не достанутся. Передо мной новый жизненный путь открывается, славой и радостью наполнен, улыбками и счастьем напитан». После того, как вы закопали, возвращайтесь домой и ни в коем случае до того, как вы не откроете свою входную дверь, ни с кем не разговариваем. Следующий ритуал на открытие жизненного пути делается с помощью замка. Также очень сильный ритуал, который вам поможет в открытии дорог. Итак, 25 или 26 декабря, когда у вас будет время, зайдите в магазин и купите небольшой замок, тот замок, который вам понравится, и принесите его домой. Далее, что мы делаем? И положите на любую голубую ткань. Далее, зажгите восковую свечу, а замок, вот вы зажгли восковую свечу, а замок открыли, и ключ держите в руках, и далее говорите следующие слова. «Прошу у стихии воды мне тайные ходы помочь найти». Броды, мели, тропы тайные, подводные. Все ходы через реки быстрые, мостики шаткие и новые. Чтобы ног не замочить, до себя в потоке не потерять. Чтоб за моей спиной волны смыкались, печали и беды от меня отсекали. Да путь мне от козней освобождали. Даю тебе замок для закрытия моих неудач. Закрой их в клетке железной.
Да не выпускай веки вечные, чтому никому беда не досталась. До дне реки тиной поросла и там осталась. Далее, что мы делаем? После того, как вы это сказали, отправляетесь с замком к реке и опускаете его в воду. И закройте там на ключ. Именно возле воды закрываем. Возможно, у вас есть речка. Отправляйте в речку. Возможно, то есть нужно что-то, чтобы вода где течет. И затем, после того, как вы закрыли на ключ, бросаете как можно дальше. Ключ оставляем себе, чтобы никто и никогда не смог открыть замок с вашими волшебными словами. Обращаем ваше внимание, открытие дорог качественно поменяет вашу жизнь. Поэтому не бойтесь проводить 25 и 26. Это время, как волшебное, вот то время, когда вы можете провести эти ритуалы и подготовиться заодно уже к наступающему новому 2022 году. Обращаем ваше внимание, что после проведения этих ритуалов ваша жизнь изменится. Удача будет улыбаться вам. Финансовые вопросы начнут решаться довольно быстро. Ваша личная жизнь наладится, у вас появятся друзья, близкие люди. Друзья, все то, что, о чем, скорее всего, вы мечтали и у вас не получалось. Поэтому обязательно постарайтесь провести хотя бы один ритуал, который мы здесь предлагаем. Получится два, это вообще будет шикарно. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы с вами услышимся уже в следующем видео.